Приветики всем! Сегодня я хочу приготовить печеньки из творога. Для этого нам понадобится маргарин 250 грамм, творог 250 грамм, мука 2,5 стакана, сахар 1 стакан, сода 0,5 чайной ложки и щепотка соли. Ну, приступим. Так, муку растерли с маргарином, затем добавляем 250 грамм творога, у меня 500, я добавлю 250, потом туда добавим соль, соду и замесим тесто. Так, раскатала я тесто, стаканом сделала кружки, теперь берем кружок, так вот его обмакиваем в сахаре с обоих сторон. Потом складываем и еще раз складываем и обмакиваем и на противень. Все. Вот что получилось. Теперь ставим духовку на 190 градусов на 25 минут. Вот что получилось. Всем приятного аппетита и до новых встреч!